Привет, друзья, с вами Арам, и сегодня я хотел бы поговорить с вами про очень интересный и крутой барабанный гейт под названием Silencer от компании Black Silent Audio. И сегодня мы разберем, что же оно из себя представляет, почему стоит отдельного внимания и что скрывается под оболочкой этого плагина. Для начала давайте разберем органы управления. Сверху у нас находится блок пресетов, можно сохранять пресеты, перелистывать пресеты. Далее у нас в центре находятся 4 алгоритма. Это алгоритм для бочки, для топ-барабана, для микрофона-пружины, для томов. Данный плагин предназначен только для гейтирования барабанов. И, соответственно, здесь представлены 4 алгоритма, основных алгоритма. Далее у нас идет threshold, уровень управления output громкости. Снизу у нас находятся более интересные параметры. Параметр reduction — это параметр гейтирования, насколько децибел мы захотели сгейтировать материал. Очень классная такая ручечка, которая позволяет вам сделать фокусировку в сторону высоких либо низких частот. С помощью него можно сфильтровать и сделать более прозрачный звук. Параметр length, ну, что-то подобие релиза, позволяет вам делать работу плагина более быстрым либо более медленным. Кнопка ghost, которая позволяет пропускать некоторые такие артефакты, которые позволяют вам получить более такой живой саунд. Ну, наверняка вы замечаете, что при жестком гейтировании каких-то барабанов некоторые детали сильно приглушаются. Так вот, при включении данного параметра можно какие-то моменты пропускать, и, соответственно, появляется какая-то живость. Параметр sidechain. Ну, вот и все. Ну, давайте в деле посмотрим, как это звучит. Ну, предположим, у нас есть вот такой снэр. Уже по дефолту звучит вот так. И можно более такой софтовый звук закрытый, более открытый. Нужно вот так гейтировать данный снэр. Threshold. Без. И с ним. Можно включить режим Ghost. Можно отключать, в данном случае этого не надо. Как вы замечаете, происходит идеальная изоляция. Далее у нас snare down. Давайте посмотрим на бочках, как себя ведет плагин. Kick in, например. Давайте более активную часть. Вот и все. Все артефакты просто исчезают. Далее у нас kick out. Видите количество грязи, которое сюда попадает. Ну вот и все, все стерильно. Вот только на основе вот двух бочек. Давайте сейчас я буду отключать два прибора. Снэры, бочки. Вот такой результат получается. Далее у нас томы. В данном случае у нас существует 4 тома. Раз, два, три, четыре. Ну, давайте буду включать. Вы можете мануально настроить каждый плагин и сделать более музыкальные настройки. Особенно томов, снеров и бочек в некоторых случаях обязательно использовать гейт, потому что очень много частот попадает ненужных в эти микрофоны, и это приводит к каким-то другим последствиям. И по сути мы в итоге получаем очень такой стерильный и собранный звук.
Можно отключать все гейты. И по очереди включать. Подводя итоги, можно смело сказать, что этот гейт реально очень крутой плагин. И особенность данного плагина состоит в том, что это очень музыкальный прибор с музыкальными алгоритмами, которая позволяет изолировать инструменты, но при этом сохраняя музыкальную составляющую в каждом звуке. Большинство людей не используют гейты из-за того, что 90% гейтов портят сигнал, и лучше оставить в таком состоянии, чем использовать гейт, потому что через гейт, когда все это проходит, все портится, и дальше обрабатывать получается сложнее. Так вот, в случае данного гейта такого не происходит, она очень чисто обрабатывает и экономливает вам огромное количество времени. Ну что ж, друзья, на этом все. Под описанием этого видео оставлю ссылку. Можете переходить, попробовать и написать ваше мнение, что вы думаете о данном плагине. А я обещаю, что в скором времени мы с вами встретимся. Встретимся и поговорим про новые интересные темы. Всем пока!